Беларуси разгар аграрного сезона. С полей уже собрали 2 216 тысяч тонн зерна. Продолжает лидировать Брестская область. Также активно рабочие занимаются уборкой овса, озимого рапса и ячменя. Стоит отметить, что по темпам заготовки сена первое место у Могилевского региона. В Беларуси выросла зарплата работников бюджетных организаций. С учетом инфляции сумма доходит до 1167 рублей. Например, учителя получают в среднем 1240, воспитатели детских садов – 928, а профессорско-преподавательский состав – порядка 2000. Как и врачи, медперсонала выходит в месяц около 1300. На подготовку школ Могилевской области к новому учебному году выделено 8,5 миллионов рублей. Также часть средств на обновление учреждений образования предоставляется в виде займов. Всего в регионе таким способом будут обновлены до 2025-го 33 заведения. Вступительные испытания продолжаются. Уже известно, что на отдельные специальности в вузах конкурс доходит от 3 до 5 человек на место. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения 11 числа. Общий план приема в 50 учреждений высшего образования составляет около 55 тысяч первокурсников. В Могилевской области установлены сроки сбора дикорастущих ягод. Бруснику разрешено добывать с 12 августа, клюкву 6 сентября. За нарушение правил сбора грозит штраф. Для физических лиц это 20 базовых величин – 580 рублей. Для ИП – до 100 – 2900, а для юрлиц – до 500 – 14,5 тысяч.